Ну и сегодня во Всемирный день без табака в Минске предлагают избавиться от сигарет прямо на улице. Пройти тест на никотинозависимость и получить консультацию психолога можно в специализированном медицинском пункте. Он разместился в здании железнодорожного вокзала. Акция уже стала ежегодной и, как отмечают медики, привлекает все больше белорусов. По анализу слюны через определенное время в удобной для посетителя форме, то есть либо по телефону, либо по интернету ему выдаются результаты анализов. Если хотя бы несколько человек в результате такого мероприятия задумались, а еще кто-то и отказался от курения, они эффективны. Вот поэтому мы надеемся их продолжать. Сегодняшним днем борьба с курением не ограничивается. В этом году продавать сигареты начнут с устрашающими картинками. По правилам они займут минимум половину пачки.